готовим азербайджанское национальное блюдо – бозбаш. Для начала надо замочить мясо в холодной воде на 2-3 часа, что я уже сделала. Затем промыла, заливая холодной водой и ставлю на плиту вариться, периодически снимая пенку. Теперь добавлю горох, который заранее вымочила и отварила до полуготовности. Продолжаем варить. Прошло 1,5 часа. И мясо, и горох готовы. Лук не пережаривайте. Добавляем куркуму. Черный молотый перец. Хочу отметить, в азербайджанский национальный бозбаш не добавляется томат, только шафран или куркума. И также не добавляется свежая зелень, например, укроп, петрушка, только сушеная мята и чабрец. Бозбаш почти готов. Теперь добавляем соль. Сушеный чабрец и мята. Выключаем. Друзья, очень вкусный бозбаш готов. Приятного аппетита!